На вечер 20 апреля в Чувашии 225 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 9 пациентов выздоровели. Сегодня была зафиксирована еще одна смерть. Всего от коронавируса в республике умерли 2 человека. Из обсерваторов санатория «Лесная сказка» в выходные выехали 32 человека. Это все, кто напрямую или опосредованно контактировал с зараженными COVID-19. Они провели в обсерваторе 14-дневный карантин под медицинским наблюдением. За 2 недели у них 3 брали анализы на коронавирус. Все результаты оказались отрицательными. Раньше вышли, да? Да. Свежий воздух нужен. Свежий воздух. Ну ладно. Раньше вышли, да? Мы, да? Ну все, до свидания. Это была вторая группа, покинувшая обсерватор. Накануне оттуда уехали еще 27 человек. В настоящее время в обсерваторе никого нет. Там провели несколько этапов дезинфекции. Сегодня был завершающий – дезинфекция постельного белья и помещений. И также сегодня режим обсерватора сняли с 2 терапевтических корпусов Урмарской ЦРБ и стационара городского клинического центра в Чебоксарах. Пациенты и медперсонал отпущены домой на самоизоляцию. А вот в стационаре 2-й городской больницы карантин продолжается.